Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю сделать вместе со мной осенний кленовый лист. Открываем графический редактор Paint. Выбираем карандаш, кисть берем. Выбираем цвет. Коричневый можно взять потемнее. И начинаем рисовать скелет листочка нашего. Далее рисуем веточку, соединяем ее. И рисуем уголочки, как стрелочки. И затем витиеватыми линиями соединяем их. Далее выбираем заливку и закрашиваем наш листочек любым цветом. Можете взять желтый, оранжевый. Далее мы берем кисточку с распылителем и закрашиваем уже наш листочек разными цветами, чтобы он был максимально похож на настоящий. Аккуратненько его обводим. Выбираем желтый цвет. Закрашиваем его, делаем ему различные оттенки. Старайтесь делать аккуратно и не выходить за линию, за область нашего листа. Берем красный цвет и также вводим по нашему листочку. Если вдруг случайно зашли, то возьмем ластик и аккуратненько уберем лишнее. Вот еще остался зеленый цвет, наверное, зелененьким распылителем добавим. И у нас получится вот такой красивый листочек.